Сегодня представляем фирменную процедуру по коррекции фигуры клиники Рана – парафиновая капсула. Перед началом процедуры врач проводит замеры. Пациента укладываем в определенном положении на бок и начинаем послойное нанесение парафина. В нашей клинике мы используем парафин из Японии. Он имеет высокую степень очистки, содержит экстракты японских трав и обогащен эфирными маслами. Показания парафиновой терапии и парафиновой капсулы являются детоксикация организма, уменьшение локальных жировых отложений, снятие боли мышечной или суставной. Очень хорошо применять это в программах для снижения веса, для увлажнения кожи, повышения ее бархатистости и упругости. Эффекты, которые у нас оказывает парафиновая капсула, это увлажнение кожи, уменьшение объемов, снятие симптомов целлюлита и общая релаксация организма и детоксикация. Парафин обладает высокой теплопроводностью и медленно остывает. Осуществляется глубокое равномерное прогревание тканей. Усиливаются обменные процессы в клетках и тканях. Парафин обладает высокой плотностью, что позволяет ему не пропускать воздух, а также уменьшать свой объем при охлаждении. В результате этого кожа, прогреваясь, дает возможность организму через пот освободиться от токсинов. Парафин сам по себе обеспечивает активизацию кровообращения, очень хорошо усиливает лимфодренажные эффекты потовыделения. С потом у нас выводятся токсины, которые потом остаются на поверхности кожи и после снятия парафина смываются в душе. Эфирные масла и экстракты японских трав, которые входят в состав парафина, активно всасываются вместе с водной частью пота в организм, обеспечивая усиление обменных процессов и оказывая благоприятное воздействие на кожу. Для того, чтобы эти условия выполнялись, японские партнеры обучили специалистов уникальной технике нанесения жидкого парафина для создания парафиновой капсулы. Эта техника непроста, есть много нюансов, которые надо уметь делать и знать. Именно правильная техника нанесения парафина является залогом нужного эффективного результата процедуры. В этой технике должны соблюдаться два правила. – В процессе нанесения и охлаждения парафин не должен треснуть, чтобы воздух через трещины не проникал внутрь, а пот наружу. Парафин нужно наносить послойно и создать достаточный слой. Расчет парафина идет по весу пациента для хорошей окклюзии и длительного удержания тепла в капсуле. Оптимальное количество нанесенного парафина, образующего капсулу, от 6 до 10 кг, в зависимости от веса пациента. Пациентку заворачивают в термоодеяло и время нахождения в капсуле 20-30 минут. Для более комфортного состояния пациента накладывается холодный компресс. Для усиления активизации обменных процессов применяется инфракрасная лампа, но только в тех случаях, когда есть показания врача. После снятия парафина и принятия пациентом душа специалист производит замеры объемов. По окончании процедуры пациентка потеряла в объемах по 4 см и в весе 800 грамм.